Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами iPhone 13 mini. И в данном видеоролике мы вам покажем, как отключить автоповорот экрана на данном девайсе. Смотрите, если я зайду, к примеру, в приложение заметки, открою какую-то заметку, чуточку поверну свой экран, то экран телефона поворачивается. Но многим это не нравится, ведь часто ты случайно поворачиваешь экран или просто, не знаю, к примеру, лежишь на боку, а телефон все время куда-то кружится. Это легко выключается. Для этого мы по правой стороне нашего айфона свайпаем вот здесь вот вниз и находим вот здесь вот замок с кружочком. Если нажать на него и сделать его красным, мы выключаем автоповорот. Если он просто горит белым, значит автоповорот экрана включен. Мы закрываем замочек, и наш экран больше не будет поворачиваться. На данном моменте мы будем заканчивать. Больше видео о данном устройстве вы можете найти у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!